Здравствуйте, Таня. Добрый вечер. У нас так хорошо, что вы сказали, что можно уже ничего не говорить. Аж заслухались мы там. Да. Мы, насамрэч, гурт, який правильно называть гурт Зуї. Чому? Тому що моє прозвище Зуї. У Олени прозвище було так само Зуї, коли б я на... Не випендривалася. Так. І не взяла другое прозвище, за що зараз, коли пише чительний подпис, вона отримлює карму. Тому що вона зараз Зуї Васяховська. Це значно довже і не так зручно, як просто Зуї. Самая класна історія... Ну, пробач, я вже розкажу історію, коли трошки не там. Самая класна історія про моє прозвище, коли ти вже згадав. Зуї Васяховська — це як я прийшла в Білорусі в поліклініку записуватися у регістратуру. Вони питаються, яке у вас прозвище? Я кажу, Зуї Васяховська. Она говорит, что? Я говорю, Зуй Войтяховская, у меня двойное прозвище. И она говорит, так как это писать? Я говорю, ну пишите Зуй, протяжник Войтяховская. Она так глядела, говорит, ну, добро, говорит, пиша, отдает мне эту картку. Я беру и читаю, Зуй протяжник Войтяховская. Это же не первый шлюп у Олены. Первый была с протяжником. Ну что ж, первая песня называется «Энергичный танец». Ну, мы не будем никого промышлять танцевать. Можно не экстатично танчить, это мы умеем. Да, да, я готова, Миша, я думаю, что да. Thank you.
квіз. У песни это есть такая пасхалочка. Что такое тарантеллера? Кто подрыхтовался? Никто. Кто ведает, кто любит Гарри Поттера? Так, тарант Олега, это некое, не имеет дочинения до сайта Олега, а это такое зачарование, якое по Гарри Поттеру, когда ты скажешь, что человек начинает танчить помеж своей воли. А что ты, Алина, подрыхтовала до этого перехода? Я подрыхтовала мужа. Так, ну что, Мишка? Наступная песня у нас будет Аркаша, да? Так. Да. Во, ну, вось мы до ее подрыхтовались, все прибрали тут. Можем спевать. Я буду спевать. А ты добро играй, Мишка. Все? Да. Аркаша.
закритная скромня. Смеяться. Давайте радуемся.